Всем привет! Это канал I Like Pet, и в сегодняшнем ролике мы расскажем о причинах, по которым стоит завести шиншиллу. Этот милый зверек с чудесной шерсткой становится все более популярен у любителей домашних животных. Мех шиншиллы всегда ценился очень высоко, из-за чего раньше на них охотились. Но сейчас шиншиллы под охраной, и охота на них запрещена. Почему же стоит завести этого зверька? Однажды потрогав шиншиллу, вы не забудете этого никогда. Их мех такой мягкий, словно бархат. А все из-за высокой плотности. 25 тысяч волосков на 1 квадратный сантиметр. В природе это помогает им выносить суровые климатические условия. На своей родине в Чили и Перу. Шиншиллы не имеют запаха, у этих зверьков отсутствуют потовые и сальные железы, поэтому достаточно менять ей лоток один раз в неделю. Шиншиллы сами по себе очень чистоплотны, если же запах присутствует, это говорит о проблемах, либо заболеваниях. Шиншиллы не линяют и не будут оставлять на вашей одежде свой волосяной покров. Однако при сильном стрессе и волнении зверьки могут терять отдельные волоски или пучки меха, поэтому не стоит сильно волновать своего питомца. У шиншилл нет блох и клещей, поэтому их шерстка всегда чистая и блестящая. Насекомые просто не могут жить в таком густом подшерстке. У этих зверьков очень острые передние резцы, но они не кусаются просто так. В дикой природе у них почти нет естественных врагов. Если шиншилла чувствует опасность или ей что-то не нравится, то она может слегка прикусить. У шиншилл нет когтей, а только ногти, поэтому их лапки мягкие. Но иногда питомец подгрызает себе ногти и может слегка вас поцарапать. На задних лапках ноготки более грубые. Шиншиллы едят всего один раз в день. Они питаются специальным сухим кормом. Съедают примерно 2 столовых ложки. Пьет шиншилла просто кипяченую воду из поилки. Иногда можно побаловать питомца кусочком яблока или сушеного шиповника. Конечно, шиншиллы не слишком общительные и вряд ли станут абсолютно ручными. Они очень пугливы. Но если вы будете терпеливы, то со временем питомец станет к вам проявлять больше внимания, и вы сможете его приручить. О других интересных фактах из мира домашних животных вы можете узнать на нашем сайте.